Всех приветствую, дорогие друзья, на своем канале, с вами Владимир. Сегодня я вам хочу рассказать о приложении от разработчиков TenorShare iCareFone. Что умеет данная программа? Данная программа умеет перенести данные ваших соцсетей, касаемо WhatsApp и других перечень, которые я вам покажу. Но конкретно я вам буду рассказывать и показывать о WhatsApp. Это перенос данных с iPhone на Android и с Android на iPhone в обе стороны. Но есть небольшое ограничение, то что Google учетную запись не сможет перетащить, к сожалению, с Android на iPhone. Это небольшое такое ограничение. А так вы можете делать резервные копии, бэкапы любых мессенджеров, которые включены в список данного ПО. И можете не переживать то, что терять какие-то данные. То есть это будет очень классно. Там и бизнес WhatsApp, в обычном использовании WhatsApp, все данные, медиа, файлы, документы, текстовые сообщения вы всегда сможете сохранить на компьютер, на устройство, либо же еще в облако, либо хранить в резервной копии. Давайте посмотрим, как это все дело выглядит. При открытии данного ПО нам показывается, что здесь есть очень большое множество соцсетей, с которыми мы можем ознакомиться. Но мы выбрали WhatsApp, подключаем наше устройство. Это может быть как iOS устройство, как iOS и Android устройство. Как мы определились с чем, какие устройства будут, нам нужно будет нажать перенос. И эти данные будут переноситься. Вам останется только подождать какое-то время, и результат будет благоприятный. Вот, в принципе, и суть данного ПО. Чтобы вы понимали, еще можно сделать резервные копии в различных соцсетях, те, которые здесь указаны. И это очень будет классный бэкап для ваших устройств. Давайте же смотреть, что нам предлагает компания TenorShare iCareFone for WhatsApp Transfer. Это самый быстрый способ переноса резервных копий и восстановления данных WhatsApp. Легко переносить чаты WhatsApp между Android и iOS и наоборот. Прямая передача бизнес WhatsApp Manager iOS и Android. В один клик, чтобы сделать резервную копию и восстановить данные WhatsApp на WhatsApp Business. Просмотр и экспорт сообщений в WhatsApp и резервных копий. Ссылки, создание резервных копий, восстановление чатов iOS, Kik, Line, Viber, WeChat на Mac. Совместимость с iOS 14, iPadOS 14 и Android 10, то есть и более новее. Описывается нам сам процесс, то о чем мы с вами говорили. Также посмотрим конкретно предустановки. Передавать сообщение WhatsApp между iPhone и Android. Шаг первый. Нужно загрузить iCareFone WhatsApp Transfer, запустить iCareFone WhatsApp Transfer, затем выберите функцию WhatsApp. Шаг второй. Подключить устройство. Подключите устройство iPhone и Android к ПК или Mac. Шаг третий. Перенести WhatsApp данные. Нажать кнопку передачи, чтобы начать перенос. И в общем, вот все эти данные, которые нам говорится конкретно, что может перенестись, откуда и куда. Но есть небольшое «но» по тому, что Google учетные записи не перенесутся с Android на iPhone. А так, в принципе, в обе стороны работают. Вот, в принципе, вся перечень совместимых устройств и точно так же версий iOS и также поддержки ПК. То, что касается Windows и то, что касается Mac. Вот так вот, друзья. Все доступно, понятно, просто по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии вы можете ознакомиться с данным продуктом, перейти и скачать на Windows и macOS. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях. Скоро увидимся!